Вітаємо вас, друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні ми поговоримо про роботу Миколаївського обласного товариства греків «Нова Елада», а до студії завітали почесні гості – голова товариства Олена Маврокордато, а також викладач новогрецької мови Олена Антоніаді. Я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами, погодились поділитися своїми наробками, знаю, що багато робиться, і взагалі, що ви такі красиві тут у нас у гостях. Вітаю. На самом деле, каждый раз, когда вот мы говорим об определенной национальной культуре, которая прославляет Николаевщину, которая здесь процветает, хотелось бы немножечко обратиться к истокам. Как давно работает общество, и что за это время уже такое самое показательное для вас сделано? Ну, наше греческое общество существует уже 20 лет. Проводятся круглые столы, фестивали, олимпиады. Мы с островом Тинос заключили договор городов-побратимов. Теперь Николаев и остров Тинос – это города-побратимы. Позапрошлом году у нас была делегирована делегация туда, на остров Тинос. Им очень понравилось, их так хорошо там встретили. А оттуда вот эту возглавляла делегацию Татьяна Чичкалюк, привезла икону Тиносской Божьей Матери, которую подарили мы нашему патриархату. Дело в том, что Аркас, он уроженец острова Тинос. Представляете, да. Наш Николай композитор. Совершенно Аркас. Верно. И похоронен у нас в Николаеве. Да. Для них это, ну, просто было большим событием, когда они об этом узнали, и мы были, значит, литургию там отслужили и были на кладбище возле могилы Аркаса, вручили торжественно эту икону. Она у нас сейчас хранится в церкви. Ну и делегация с острова Тинос к нам приезжала, мы их тоже тут великолепно встречали в гостинице «Центральной», они делали фотовыставку, было очень интересно, впечатление таких море у них было, они до сих пор вспоминают эту поездку и ждут, когда мы их еще раз пригласим. Мы, конечно, было мало времени, хотели им показать и наши красоты Николаевской области. Ольвия, просто жемчужина, и правда? Ольвию хотели показать. И показать великолепные у нас есть места, и точно такая же есть природа, и спуски вот эти в Первомайске. Каньоны, да. Но, к сожалению, у нас было мало времени. Но я думаю, что мы будем продолжать поддерживать с ними отношения, и думаю, в следующем году мы их обязательно пригласим. Конечно. И покажем еще все наши красоты. Елена Юрьевна, сколько греков проживает в Николаевской области? Ну, зарегистрированных у нас греков где-то человек 250. Ну, я думаю, их намного больше, потому что вы сейчас как раз упомянули Ольвию, и нет, наверное, ни одного уроженца города Николаева или Николаевской области, в котором не текла греческая кровь. Правда? Ну, конечно. Не так ли, Елена Георгиевна? Так что я считаю, что у нас весь Николаев имеет греческие корни. Поэтому мы вот развиваем свою культуру, традиции, сохраняем свою культуру. И теперь единственный в этом году у нас вот такое событие произошло за 20 лет. Впервые в Николаевской области был, значит, по инициативе родителей первой новоодесской школы Николаевской области при поддержке обладминистрации, управления культуры, образования, значит, был открыт класс, но это группа детей, которые будут теперь изучать как вторым иностранным языком новогреческий язык. Язык. Багато чого робиться. Дійсно, у товаристві вони такі яскраві, емоційні. Ви бачите, студія відразу наповнилася дуже позитивними, життєстверджуючими енергіями. І у продовження у цієї хвилі я хочу запросити вас переглянути наступну відеозамальовку «Життя товариства». Про будні і, звісно, свята. Давайте подивимося.
наскільки прекрасні краєвиди у нас на Миколаївщині. І я кожного разу говорю про те, що пишаюся, що народилася і живу тут, на нашій благословенній Богом землі, Ольвія, перлина Миколаївщини. Наскільки сьогодні підтримується стан музею і тої території, яка входить до заповіднику? Ну, надо дать должное, конечно, Лысенко Галине Сергеевне, что она поддерживает все-таки правдами, неправдами свой любимый заповедник и всеми нами директор, любимый. Спасибо. Да, это директор заповедника, я хочу большое спасибо сказать. Ну и хотелось бы, чтобы наши власти областные больше внимания уделяли, конечно, развитию этого заповедника и хотя бы сделали дорогу, потому что когда мы проводим там фестивали и приглашаем консульство генеральное из Одессы, то они говорят, что нам еще далеко в Европу. Ну, сегодня это общемасштабная проблема дороги Николаевщины. Я думаю, что постепенно каждое направление будет все-таки налажено, отлажено. Тем не менее, вот вы видите, вы сами говорите, что областные власти поддержали открытие в Новой Одессе целого языкового класса направления. Елена Георгиевна, расскажите, пожалуйста, что это за направление и почему вот вы определяете как новый предмет новогреческий язык, новогреческий? Ну, нужно, скорее всего, начать с самого начала, когда в 2008 году при поддержке греческого общества, при поддержке Совета национальности нашей области, при поддержке Управления образования, культуры и, конечно же, руководства Национального университета имени Сухомлинского, на базе факультета иностранных языков был открыт Центр греческой культуры, где у студентов появляется возможность факультативно изучать новогреческий язык. В принципе, вот эта приставка «новогреческий», она как бы акцентирует то направление, в котором мы сегодня работаем. Это язык, новогреческий и греческий язык мы можем поставить знак равенства. Мы изучаем греческий язык, который отличается от средневекового, византийского греческого языка. То есть, в принципе, греки сами сегодня используют и новогреческий в подаче самого языка, и как и греческий язык, название. В принципе, они одинаковые. То есть это является литературный язык? Это литературный язык, язык бытовой, официальный язык, на котором сегодня говорят, работают, греки. И да, и современные отдыхают, проводят культурные мероприятия сами греки, живущие в Греции, ну и те греческие диаспоры, которые живут за пределами самой Греции, раскиданы по всему большому нашему земному шару. Понятно. В том числе и в нашей области. Елена Георгиевна, где все-таки готовятся специалисты? Потому что вот вы, например, сегодня, можно сказать, открываете новое такое направление в области, да, в районах уже поддерживается инициатива. Однако для того, чтобы распространилось это все движение дальше, нужны специалисты, люди. Конечно же, в свое время я получала образование в Симферопольском государственном университете в Крыму. Дело в том, что греческий язык для меня не нов, это мой родной язык, на котором мы общаемся в семье. Испокон веков наши родители уже нам, а я передаю следующему своему поколению те азы греческого языка, которым мы владеем. Вы дома разговариваете на вот истинном вот этом? На греческом языке я сегодня стараюсь разговаривать со своим ребенком. Так. Мои родители и дедушки, бабушки, как с одной и со второй стороны, разговаривали на понтийском языке. Дело в том, что это моя семья какой? Это диалект тех греков, которые еще в античные времена заселяли Тавриду, основывали греческие города по всему побережью Черного моря, в том числе и Кавказское побережье Черного моря. Может быть, какими-то корнями я ухожу вглубь и альвийских греков, которые когда-то здесь основали целый город-государство, просуществовавший более тысячи лет. Ну, да. Раньше Черное море называлось Понтос. Поэтому от этого слова и пошли понтийский язык и понтийцы. Это интересно. Которые расселялись по побережью Черного моря. Как у вас возникла вот такая идея? Это вот истинное, знаете, родовое вот какой-то зов предков сработал? Или все-таки вам стало интересно, когда вы пришли в Национальное общество культуры греческой и вот как бы решили поддержать?
Ну, зов предков, это хорошо сказано. Скорее всего, это главенствующая идея, которая была в основе, как основополагающая. Ну и, во-вторых, это еще и то, что регион наш, Николаевская область, тесно связан с греческой культурой. И вообще-то существует такое выражение – все мы греки, если мы говорим о православной вере. Потому да. что вера православная, как известно, была подарена или привезена именно с Византии, от греков. И в старину, когда говорили, кто ты по вероисповеданию, не имея в виду национальную принадлежность, говорили «я грек». То есть таким образом показывали, что я православного вероисповедания, духовная сторона. Во-вторых, дело в том, что сегодня уже упоминалась фамилия Аркаса, главного командира Черноморского флота, который был выходцем из острова Тинос, его сын, знаменитый украинский уже композитор, потому что в его крови текла и украинская кровь, знаменитый грек, историю Украины, которого сегодня еще никто не переписал так достойно, как сделал он в свое время. Причем это признанная история. Все это как основополагающее в комплексе. Плюс то, что сегодня именно в наш город приезжают греческие предприниматели, открывают небольшие кафе, открывают свои небольшие предприятия. Есть возможность общаться и непосредственно с носителями языка. То есть, может быть, все это плюс настойчивое желание, как греческого общества, более 25 лет, настойчивое желание Совета национальности для того, чтобы люди сегодня в Николаеве имели возможность приобщиться к той культуре, о которой мы так много говорим, о которой мы так много слышим. Иногда даже в маршрутках звучит греческая музыка. И мне, например, очень приятно, когда молодежь узнает: «А, это Мазанакис». Мазанакис, да. То есть, я ждала, что вы скажете. Мы каким-то образом уже приобщаемся к этому всему. Ну, невозможно. Вот даже в нашем ролике звучала греческая музыка. Это все уже определенные такие эмоции, определенный настрой. Очень такой позитивный. Все это стало. У нас даже Мазанакиса разучили на украинской бандуре. Да вы что? Да. Вот оно, переплетение культур. Да, у нас есть такой номер даже. Вы знаете, я хочу сейчас обратиться к видеосюжету, который есть у нас в Новой Одессе. Как происходило открытие этого класса? Давайте, дорогие друзья, посмотрим. З пропозицією вивчати грецьку мову в цій школі виступили батьки учнів. Її підтримало керівництво навчального закладу. Запровадженню такої ідеї передувала велика робота. Реалізувати ініціативу вдалося початком цього навчального року, коли новими державними стандартами в освіті визначено, що одна з мов національних меншин може вивчатись у школах України як друга іноземна. Дитина з такої школи, як наша середня, буде мати можливість вивчення окремо не тільки англійської мови, наприклад, чи німецької, а мови, якою спілкуються в Європі. Можливо, це можливо могла бути і угорська мова, там і чи румунська, чи польська мова. Просто на даному етапі ми маємо фахівця, який може повноцінно викладати грецьку мову. На урочисту презентацію класу з вивчення грецької мови завітала майже вся багатонаціональна шкільна родина. 10 учнів 5 класу, які виявили бажання, одну годину на тиждень у рамках програми на уроках вивчатимуть грецьку мову. Для нас це событие і достатньо большое і радостное событие, тому що вперше вийшов спеціальний указ з Кабінету міністрів, де дети могут принимать решение о выборе, какой язык они хотели бы изучать. 8 років тому можливість вивчати грецьку з'явилася у студентів Національного університету імені Сухомлинського. Тоді за ініціативи Ради національних товариств у виші було створено Центр грецької культури. Наразі його керівником є Олена Антоніаді. Грекиня за походженням, викладач англійської мови, відтепер також навчатиме і грецької учнів Новоодеської школи номер 1. Аби в подальшому вони мали можливість продовжити вдосконалювати знання в університеті і достойно представляти область на олімпіадах. Федерация греков Украины снабдила необходимым учебным материалом учащихся именно в Новоодесской школе номер 1, для того, чтобы была возможность не только в электронном виде, но и имея перед собой учебники, организовывать учебный процесс и таким образом повышать свои знания.
Таким чином тут сформовано необхідну навчально-методичну базу. За цими підручниками діти освоюватимуть нову програму і разом з українською, російською та англійською вивчатимуть і грецьку мову. Фемона Мафено Еліні. Ясос Малена Вікторія Фемона Мафено Елініка. Перший крок уже зроблено. Учні вивчатимуть не лише мову, а знайомитимуться із культурою Греції. У подарунок від голови Миколаївського обласного товариства греків «Нова Елада» Олени Маврокордато вони отримали карту і прапор цієї країни. Школярів, батьків і керівництво закладу вітали й інші гості, які приїхали на свято. Представники великої шкільної родини у свою чергу дякували тим, хто їх підтримав. Дійсно, знакова подія відбулася, і ви бачите, наскільки підтримали управління культури, освіти, департамент. Між тим, давайте звернемося до дітей. 10 п'ятикласників, так? Ви спілкувалися з батьками до того, як відібрати цих дітей, чи це було лише їх бажання? Ну, начнем с того, вот здесь нужно расставить акцент. Когда мы говорим второй иностранный язык, имеется в виду второй иностранный язык, который факультативно пока будет изучаться в школе по новой программе Министерства образования Украины. Перед тем, как дети изъявили желание, скорее всего, родители изъявили желание. Все-таки от родителей. Да, дети познакомились с тем, какой курс преподавания будет за этот год и что рассчитано на последующий аж до 11 класса по программе изучения греческого языка. Дело в том, что именно в этом году с учениками именно первой новодесской школы у нас начался этап подготовки проведения культурных мероприятий по освоению как греческой культуры, мифологии, литературы, так и изучению греческого языка. Весной этого года 8 класс, которые тоже хотели бы изучать греческий язык, но, к сожалению, они пока не попадают под условия этой программы, и мы вводим факультатив только с 5 класса. Они были здесь, в музее судостроения и флота, это жемчужина нашего города, которая входит в 100 самых лучших музеев, мировых музеев. Мы были здесь на мастер-классе, дети одевались в греческие костюмы, звучала греческая речь, они знакомились с путешествием аргонавтов по Черному морю. Был проведен мастер-класс нашим знаменитым художником, скульптором Байбородиным Алексеем Иннокентьевичем, который показал детям, и они принимали активное участие в изготовлении античных масок. То есть таким образом наши дети выступали на районной конференции исторической, где представляли именно доклад об участии греков в войне с Наполеоном, об участии греков в Первую мировую войну уроженцев именно Николаевской области. Каким-то образом все это вплетается в единую косу вот того русла, может быть, греческого, может быть, нашего единого общенационального русла. Я вот хочу об этом сказать, потому что, посмотрите, вы не отбирали по национальной принадлежности? Нет, конечно, это не имеет значения. Абсолютно не имеет, ведь вошли в этот класс те детки, которые заявили желание. Конечно. Я вот хочу задать, знаете, такой общий вопрос. Вот как вы считаете, как надо подойти, потому что у вас это получилось, для того, чтобы возродился интерес у любого ребенка, из любой семьи изучать какую-то национальную культуру? С чего вот вы начинали, что вы в Новой Одессе подняли настолько детей, что и разные классы, и родители за вами пошли? Что это? Это просто ваш эмоциональный такой вот посыл был сильный, ваша работа вот была поддержана. Почему именно Новая Одесса? Ну, скажем так, моя задача как педагога где-то корректировать и направлять. Основная задача лежит на плечах у детей. Именно они составляют вот ту движущую основу всего, как прошлого, так и настоящего, и в нашем случае это и будущее. Детки у нас в нашей школе – это многонациональная наша семья. И, скорее всего, не только греческая культура влияет на осуществление тех или иных мотивов, которые задумываются в школе. Нет, мы точно так же с интересом и с уважением относимся к представителям других культур, пробуем изучать, спрашиваем у детей, которые являются представителями других национальностей, а как то или иное слово, вот даже на уроках английского языка я пытаюсь детей приобщить, да, что мы вместе
одно целое. То есть мне интересно, когда дети готовят свои доклады на английском языке об армянской кухне, потому конечно что есть же представители конечно армян, есть грузины, есть молдаване. Это очень интересно. Может быть, в какой-то момент заинтересовала именно греческая культура. И так как я оказалась в нужном месте и в нужное время, мы попробовали. Мы попробовали. Важно. Вот это нужное время и нужное место и нужное слово, это очень важно. Между тем, Елена Юрьевна, вот сегодня вы уже сделали, создали базу для развития, уже будут работать специалисты, видите, насколько яркие и понимающие суть дела есть. Что дальше? Вот что бы вы хотели еще что-то открыть? Возможно, какие-то новые проекты уже разработаны? Ну, у нас много проектов. Самый большой у нас, конечно, проект поддерживать тесную связь с Грецией, с греческим народом. Вот мы планируем в следующем году на лето отправить детей в Грецию. Я так думаю, что они будут проживать на территории монастыря, где они будут изучать не только язык, они будут еще изучать иконопись. Ой, как интересно. Да, ну, это вот наш проект, это в ближайшем будущем, я думаю, этот проект осуществится. Ну и, конечно же, как потеплеет, мы повезем детей в нашу любимую Ольвию. Несмотря ни на дороги, ни на что, чтобы они видели действительно, какой у нас прекрасный заповедник и какой у нас ну, просто такой шедевр, можно сказать, греческой культуры, который находится, он единственный, кстати, в Украине, который находится именно в Николаевской области. Под открытым небом, да, конечно. И, наверное, если я внесу свою лепту, мы попробуем даже организовать проекты спортивные, потому что много детей. А по поводу спортивных мероприятий, я вам хочу сказать, что в прошлом году мы великолепно провели спортивное мероприятие по панкратиону. Если кто не знает, панкратион – это древнегреческая борьба. Угу. Она сейчас очень популярна среди молодежи, и мне очень приятно, что при поддержке отдела семьи и молодежи при обладминистрации мы провели такое замечательное мероприятие, турнир с сочетанием танцев, были у нас греческие и песни греческие, и все это было очень красиво, ярко, на подъеме, ярко, эмоционально. Мы потом болели за этих наших ребят, были победители, и, по-моему, один победитель в каком-то весе получил путевку от лидер тур, по-моему, если я не ошибаюсь, в Грецию. Вы знаете, вот я слушаю вас, и я просто восторгаюсь, что есть такие люди у нас в Николаеве, у нас в области, что вы поддерживаете свою культуру, вы уважаете культуру людей, которые рядом живут. Это говорит о том, что все у нас в Украине обязано просто быть хорошо, будет мирно, и мы будем основываться на азах человеколюбия. Спасибо вам большое. Удачи, приходите, рассказывайте о своих достижениях еще. Спасибо. Спасибо. Всем мира и добра. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, дякую всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого і залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі.